С начала года в Астане зарегистрировано 37 тысяч административных правонарушений на сумму более 600 миллионов тенге. Чтобы взыскать долги в госказну, судебные приставы совместно с прокуратурой города и департаментом внутренних дел проводят оперативно-профилактические мероприятия. Могут, например, запретить выезд из страны, арестовать банковские счета или изъять имущество. К слову, ежедневно из-за неоплаченных штрафов из Казахстана не могут выехать около 30 должников. Специалисты также отмечают, что одной из действенных мер по погашению штрафов является и изъятие транспортного средства. Сегодня, получается, машину забрали на шоссенку из-за того, что задолженность имеет в размере 59 тысяч тенге. Штрафы получает, ну, по разным статьям, по административным. Ну, в ближайшее время не планирую оплатить полностью все штрафы. В случае неуплаты штрафов в добровольный срок материалы направляются к частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. И здесь уже судебный исполнитель выносит все предусмотренные законом меры, а это наложение ареста на лицевые счета должников, находящихся в банках второго уровня, обращение взыскания на имущество, в том числе на автотранспортные средства, путем их изъятия и водворения на специализированную коммунальную стоянку. В связи с чем прошу всех жителей и гостей города проверить наличие неоплаченных административных штрафов и принять меры по своевременному погашению.